Я насрав собі в шаровари, танцюючи бойовий гопак. Бувало таке, звісно, раніше, але сьогодні щось тут не так. Щось тут не так, щось тут не так, щось тут не так. Чи то жити отруїли сало, чи то москаль робив ковбасу, а може то ляхи плювали в горілку. Хлопці, рятуйте, не донесу, не донесу, не донесу, не донесу. Салам пополам, земляне, земляне с вагинами, с вами Кэмэл, и вы на канале Дневник Верблюда. Значит, на сегодня у нас уже 30 марта 2022 года, и за последние сутки произошло очень много интересного, даже не скажу несколько забавного. Ну, пожалуй, стоит начать с конфуза, который у нас учудил депутат Госдумы Шаманов, это бывший главком УВДВ, командующий воздушно-десантными войсками. Он сказал, что захватили в плен вот этих двух садистов, вот этих нелюдей, Величко и Немичева. Но потом вечером эти два полудурка, полупитра в полукедах из центра Харькова сказали, что они живы-здоровы. Вообще, для чего это было сказано, я не имею понятия. И иногда мне кажется, что надо все-таки несколько ограничить сейчас свободу слова, точнее, свободу выступления, чтобы официальные заявления делали какие-то только определенные люди. Это я вот могу свое личное мнение выразить, но официальные вещи, то кого-то взяли в плен, кого-то не взяли, чтобы делали какие-то официальные лица, там, допустим, Коношенков, как-то, не знаю, Володин, Матвиенко, может, кто еще, не готов сказать. Ну, это мое мнение, я считаю, что так будет правильно. В общем, обосрался боевой генерал на славу. Значит, далее. Вчера же проходили переговоры в Стамбуле, которые завершились, как я и говорил, ничем. Но они не могли ничем завершиться, потому что не с кем там разговаривать. Но хотя Арахами, вот этот вот жигит знатный, снял кепка. Кепка снял, говорит, кепка носил, потому что он не уважает вот это. Знак неуважения, такой презрительный Арахами. И вот этот вот черт, он вчера снял кепку наконец-то. Ну и тут начал уже это, после переговоров чудить Мединский, который сделал такое заявление. Он зачитал хотелки Киева, которые те внесли, но у них хотелок много. И сказал таким тоном, что, мол, это типа вот эти они лягут в соглашение. Чем вызвал лютое высирание кирпичей во всей стране. Это такое высирание, что даже сегодня вот Лавров, министр иностранных дел, находясь в Китае, вынужден был отмазывать этого товарища, советника президента, и говорить, что тот, мол, не дипломат, поэтому он не обладает точностью формулировок. Ну, на мой взгляд, здесь не надо быть дипломатом, чтобы говорить точные формулировки, достаточно быть просто нормальным человеком. Нормальным, адекватным человеком, ну... А еще учитывая, кстати, что у нас Мединский писатель, он же, его звезда зашла как писателя, когда он еще МГИМО преподавал, он написал несколько книг под общим названием «Мифы о России». Вот тут вопрос, если он не может связать двух слов устно, как же он мог написать такие книги? То есть это вопрос об авторстве. Сам ли он или коллектив авторов? Еще вопрос, ну да ладно, бог с ним, бог с ним. Ну, тут же начался, вот после этого выступления, начался танец перемог на Украине. И, мол, все, не буду стрелять никуда, ничего. И даже там в телеграм-каналах стала разгоняться информация, что кляти оккупанты не будут больше бить по Киеву. Ну, в принципе, по Киеву я не в курсе, били, не били, но окраины Киева, насколько я знаю, очень серьезно сегодня ночью полыхали. В общем, там были пламенные салюты. А почему не будут бить по Киеву? Потому что вроде бы как мы должны снизить интенсивность боевых действий под Киевом и в Чернигове. Вот на этих двух направлениях. Но интенсивность боевых действий это абсолютно не означает того, что там ракеты, которые, как известно, летают далеко, не будут никуда пролетать. Вот такие вот вещи забавные. Теперь немножечко о том, что происходит еще вокруг. Вокруг у рубля началась эрекция, он встает. Ну и, соответственно,
доллар падает, укрепляется рубль несколько дней уже. И вот на фоне того, что Google Pay, Apple Pay, они себя ведут некрасиво, они возникают проблемы при их использовании, то у нас вроде с 1 апреля должна ввести система, сейчас скажу, как называется, SBP, то есть на базе системы быстрых платежей будет вот такой вот аналог Google и Apple Pay. И должна работать штука, как раз чтобы люди, у которых есть карты, Visa, MasterCard, они могли нормально ими пользоваться. Потому что ерундят вот эти вот наши западные непартнеры со страшной силой. Будем надеяться, что все будет хорошо. Плюс Washington Post начал прозревать, и он сказал о том, что украинские вооруженные силы нарушают правила ведения войны и прикрываются мирными жителями, выставляя свои техники, тяжелое вооружение во дворах жилых домов. В общем, как говорится, не прошло и года, как они прозрели и стали хоть что-то более-менее внятное выдавать. Ну, будем надеяться, что это первая ласточка. Лед, как говорится, да, начинает давать трещину, монолит. И, в общем-то, скоро вот эта вот позиция начнет шататься. Особенно на фоне 1 апреля, Дня дураков, когда должны переходить все на рублевые расчеты за газ. И вот сегодня уже Володин заявляет о том, что надо кроме газа еще нефть, металлы и прочие вещи тоже продавать за рубли. Сам по себе Володин ничего заявить не может, ибо, наверное, видимо, это позиция государства. Нет, точнее, может заявить, но не в открытом эфире. Если уж это дошло до людей, то, соответственно, это наверняка уже позиция высшего руководства государства. Так что ожидаем, запасаемся попкорном. Запасаемся попкорном, я думаю, будет достаточно весело. Так, что еще? А еще Таляси Калашария в очередной раз кинули. Сказали, что у него, он сам написал в своем твиттере, у него почистили криптокошелек. Ну, в общем, Толясик, как любой щирый хохол, его, насчет него не надо обольщаться, решил, как говорится, сосать из двух маток, но надо помнить, что если тебе влезает в рот два соска, значит влезет два члена. Что ему получилось? Он здесь не стал своим, и там его за своего не приняли. Поэтому, Толик, крепись, мужайся. Удачи, как говорится, большую торпеду тебе в сраку. Вот, а теперь я хотел немножечко рассказать о том, что такое украинство. Потому что не совсем, видимо, наши с вами сограждане понимают, с кем мы имеем дело. И хочу начать с такой вещи, как общая теория перемог. Но для начала веду несколько, так сказать, вас в курс терминологии, потому что не все владеют украинским языком. Значит, перемога, это звучит правильно так, русская «г» читается и произносится как «г». Генка, гад, гони ребенку, гниды головы грызут. Так вот, перемога – это победа. И есть еще такое слово, как «зрада». «Зрада» переводится как «предательство». Но это, скажем так, прямой перевод, литературный, а в широком смысле слова зрада — это все то, что не нравится нашему маленькому украинцу. Вот это все мгновенно превращается в зраду. Так вот, общая теория перемог гласит, что нет такой перемоги, которая потом не стала бы зрадой. И вот это правило, оно не знает исключения. Если нас учили в школе, что бывает в правилах исключения, то здесь исключения нет. Поэтому все перемоги, которые провозглашают наши товарищи украинцы, они рано или поздно превращаются в зрады. И вот тот танец перемог, который они вчера закатили после стамбульских переговоров, начал уже обращаться в зрады, потому что интенсивность боевых действий, она, в общем-то, как-то особо никак уменьшаться не будет. Примите мои искренние соболезнования, мои маленькие украинцы. А вообще, вот эта теория перемог, она входит в так называемое колесо ганьбы. Или гинатьбы. Вот здесь вам, так сказать, наглядная иллюстрация. Это, в принципе, 30 лет развития государства Украины. Вот как что есть, то, как говорится, есть. И да, совсем забыл еще об одной вещи рассказать. Неприятной. Вчера вечером прилетела в Белгородскую область. Поселок, по-моему, Красный Октябрь называется.
и попала в склад РАФ. Непонятно, что то ли это ракета прилетела, то ли там человеческий фактор. В общем, пока наши компетентные люди разбираются, наши компетентные органы, будем надеяться, что это просто было головотяпство со взломом. Ну, нельзя исключать, что и что-то прилетело со стороны наших небратьев, которые окрестили, что никогда мы не будем братьями. Такого нельзя исключать. И тут же сразу же разразились, что, мол, вот там урон такой-сякой. Ну, вообще, надо понимать, что склав РАФ, то есть склав ракетно-артиллерийского вооружения, там хранятся же не только снаряды и ракеты, а там еще хранятся патроны, оружие. Так что, что там полетело наверх, что там взлетело, я не знаю, но то, что факт в том, что это был боеприпас, это точно. Там очень хорошо видно по разлетающимся взрывам. Вот. Вот что я хотел рассказать на этот момент. Если будет что-то новое, я сделаю еще второй выпуск. Возможно, но пока не знаю. В общем, всем мирного неба над головой. С вами был Кэмэл. Bye-bye.